И вот такое вот мы купили вчера, брюки. Вот с таким вот значком. Куртку. Сейчас Маша это все померяет. Машуль, давай одевай. Джинсы померяешь. Вот такую кофточку это мы взяли. Пойдет на 1 сентября. Это я ее заказывала на Розетке. Рост на рост 140. Да, одевай. На рост 140. Вот такая приятная ткань. Это мы вчера взяли на Барабашова. Сейчас померяет Маша как раз под джинсы. А эти брюки мы брали в Айкики вот буквально недавно. Тоже темно-синие, но те зауженные, а эти обычный крой, классический для школы. Мы их уже постирали, ткань приятная, но линяют. А на рост мы брали 128-134. Тут резинка. Удобно. И вот такие лосинки черные взяли, прикольные. Это вот сейчас на улице мотаться. 150 гривен. А вот это мы брали 300 гривен. Белая блузочка. Сколько? 160. Довольно недорого. Куртка 800. Он Баффи с папой. Баффи. Ребята, представляете, сегодня утром гуляли с Баффи. Она как побежала от нас. Она, видать, какую-то собачку увидела. Да, утром Баффи, пошли с ней гулять. Нельзя кусаться, нельзя. Ой, ты какая кусячая. Баффи, нельзя. И решили ее с поводка отпустить. Нельзя. Так она как рванула, а, боже. Да, она как рванула. Она просто увидела такую собачку, такую же маленькую, как она. Всех, кстати, с праздником. Да. День независимости Украины. Угу. 30 лет. Кусаться. Так, подумал. Баффи. Баффи, вот убежала бы дурнушка. Сама бы потерялась бы маленькая. Где? Папа ее больше любит. Боже мой, Баффуша. Очень сильно. Облизнула, так облизнула. Ох, какая она скалится. Ой, нельзя, Баффенька. Ну, нельзя кусаться. Кстати, он пеленки. Мы не покупаем пеленки, ну, чтобы не тратить сильно много на пеленки. Пакеты разрываем. А сверху ложим такую пеленочку. Засыкает сразу в стирку и стелю другую. Пакеты у меня тоже вот эти на сменку. Я другие потом сразу подкладываю, чтобы ни запаха, ничего не было. Мама, посмотри! Кузя. И вот так выглядит. Смотрите, как под туфельки. Ну, носки будут другие. А ну, Маш, только ну, на первое, естественно, будет юбочка, а потом... Представляете, ребята, вчера купили тапочки, ну, такие Маши красивые. А это Машки вчера тапки взяли, 200 гривен. А, купили, а Баффушу, гляньте, что они говорят, а? Уже Баффи гоняет рыжего. Рыжий уже брат. Так, Маш, давай курточку померяй. А ну, только помоги. Маша, ребят, посмотрите, что мне... Фу, посмотрите, какие магнитики. Да, 200 гривен тоже вот это. Магнитные. Вот это. Ну, мам, ну зачем ты смяла? Давай, Маша. Прости, давай. Курточку. Разлохматилась. Какая красота. Анна, помогай ей застегнуться. И, кстати, к этому... Давай, я помогу. Это осенняя куртка. Она не толстая совсем, как ветровочка. Светоотражающая, очень удобно. Непонятно, мы тапочки Маши купили или Баффи? Мне. Лакомство для Баффи. А. Тапки. Маша, сюда вот вставляй, когда записываю. Один шкребет, другая смотрит. Давай. Смотрите, ребятка, это мой отдел еще. Да, еще такая бонусом шла сумочка. А ну, Машуль, подальше отойди. Да. Прям на солнце, глянь, как она светится. Да, она классная. Маш, не-не-не, вот сюда. Белого цвета, она белый цвет. Да, прикольная. Это взяли тоже на Барабашова. Лёгко. Пап, смотри, я в зеркало посмотрела. Того получается, как минимум, одеть ребенка в школу, это сейчас стоит порядка
4-5 тысяч. Ну да, 3-4 тысяч. Мама, я белая. Мне куртка белая. Плюс еще сапоги нужно. Плюс сапоги, плюс еще канцелярии сколько купили. Нет, так мы еще сапоги не купили. Ну, канцелярию мы как бы купили, вот, то, что надо, а потом же в течение года докупается. А теперь давай вышиванку померяем, посмотрим, как она. И вот такая красивая вышиванка. Маша, ну расставь ручки. Класс. А то в том году мы были без вышиванки, и нас, короче, не пустили ни фотографироваться, ни какие-то там... Что у вас там было, Маша? Да у нас там много интересного. Там куда-то их отправили. Там. Да, у нас вышиванка. Была вышиванка, но маленькая, мы как-то... Она вообще нужна у нас, да, на сколько? Раз, два одеть в школе. И сзади красиво. Даже, я думаю, может, на 1 сентября в ней пойти. Класс, да? Нравится? Как блузка. Вот как вот это еще? Вот это, ну, понял, старое время вот это. СССР? Или что старое время? Ну, вот это. Ну, где ты еще жила, и папа? Геннакиево? Да, ну, нет, ну вот это старое. 90-е? Че, что? Я не по какое старое время, Маша, я не пойму. Древний, ну как? Мы в древнем веке. Как это? Не знаю, что ты имеешь в виду? Давно, в детстве жили, ну, че, в юности. В детстве мы жили. Вот эти вот. Ну, поняла, старые, да, вот эти люди танцуют. Да, да, да. Мы в такое время не жили, Машусь. Ну, это ты, это совсем... А? Глянь, как Маша в вышиваночке. Красиво. Хорошо, что мы взяли такой побольше размер, да? Бафуся Бафусина. Бафи, сидеть. 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 Эти маленькая такая халюся. Мышка.